Протезирование зубов – одна из старейших процедур в стоматологии. Правда, раньше главным было восстановить зуб. Сейчас важно сделать его еще и красивым. С обеими этими задачами успешно справляется металлокерамика. После осмотра делается слепок. От того, насколько он будет качественным, зависит конечный результат. Специальная паста позволяет добиться максимальной точности. С готового слепка делается слепок гипсовый, и уже он отправляется дальше, в зуботехническую лабораторию. Там он проходит несколько этапов – отливка из воска, металла, в промежутках примерки, ведь готовая коронка должна идеально подходить по размеру. Кроме этого, подбирается цвет керамики, чтобы он не отличался от натурального цвета ваших зубов, и уже потом заготовка отдается керамисту. Работа керамиста все равно, что работа художника. Аккуратные мазки и металлический каркас превращаются в протез, который практически невозможно отличить от настоящего. Наносится керамика в несколько слоев. Сначала моделируется внутренняя часть, в настоящих зубах это дентин. Затем наносится более прозрачный верхний слой. После нанесения каждого слоя обжиг и уже как заключительный этап финальная примерка. После нее на протез наносится глазурь, которая придаст зубам глянцевый блеск. И все, протез устанавливается на специальный цемент. Результат будет вас радовать более 10 лет. Пусть ваша улыбка радует вас и окружающих.